Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие поклонники футбола, любители футбола. Меня зовут Егор Дергачев, рад приветствовать каждого из вас в своем видеоблоге. Продолжаем с вами говорить про Лигу Чемпионов. На повестке дня у нас поединок Ливерпуль-Марибор, или же Марибор, называйте эту славянскую команду. Вернее, ставьте ударение там, где вы считаете нужным. Мне кажется, что сценарий отчетного поединка не будет отличаться ровным счетом ничем от того, что мы видели несколько недель назад в Словении. У Ливерпуля будет огромнейшее количество моментов, и единственный вопрос, сколько команда Юргена Клоппа забьет. Мне кажется, что Ливерпуль забьет немало. Есть к тому абсолютно все предпосылки. Ставить на плюсовую фору на Марибор я смысла не вижу. Это нужно выбирать слишком большое количество голов в плюсовую фору. А сколько забьет Ливерпуль, это вот такой вопрос. Ливерпуль может забить 4 и 8, и я думаю, что все 10 мячей. Причем даже самый ближайший резерв и запасные футболисты мерсисайдцев могут забить много. Отсюда и ставку, которую я вам предлагаю, вытекает сама собой. Фора на Ливерпуль минус 3,5 мяча. Букмекеры предлагают довольно-таки высокий коэффициент 1.96, и мне кажется, что вероятность того, что эта ставка зайдет, чертовски высока. И если вы со мной согласны, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Обязательно в комментариях напишите свои прогнозы и свои варианты ставок на матч Ливерпуль-Марибор. Ну а в описании вы найдете две ссылочки на мою группу ВКонтакте и на мою страничку ВКонтакте. Добавляйтесь в друзья, вступайте в группу, и вы не пропустите ни одного прогноза.